Туроператоры объявили Краснодар лидером туристических направлений россиян на 8 марта. Как сообщает РБК, на втором месте по числу купленных авиабилетов Москва, а за ней Казань. Что касается 23 февраля, то краевой центр занял 4 место в списке городов, где собираются отдохнуть соотечественники. Впереди Санкт-Петербург, Москва и Казань. Это данные сразу нескольких туристических сервисов. Тем временем специалисты Travel.ru вывели среднюю цену суточного пребывания в краснодарских гостиницах. Она составит 2300 рублей.